Доброе утро. Сегодня у нас опять планы, куча дел, а к нам приедет мастер в час по триколору. А сейчас 10 утра, и дедушка начал переделывать наш кулер. Рукомойник вот этот, да? Потом все покажу. Пока что мы только вот бочку сняли. Будем сейчас все остальное переделывать. Хотели сначала кулер прицепить на сарайчик старый, но этот сарай в дальнейшем мы будем сносить, поэтому решили пока оставить на этой конструкции. В этом влоге я покажу, что мы делали эти два дня, как мы расхламлялись, что мы выкинули. И на этом расхламление не закончилось, это только начало, так что подписывайтесь. Ну а начали мы с этой бочки. Она проржавела, уже протекала. Когда-то эта бочка была нашим рукомойником. Ну, пришло, короче, время ее заменить. На данный момент мы повесили такую временную замену, обычную бутылку. Поскольку, как я уже сказала, мы тут решили кардинально расхламиться и кое-что даже потом разрушить. Ну, как говорится, чтобы разрушить, нужно сначала хорошо прибраться, чтобы потом меньше мусора вывозить. Так, ну а в перерыв дедушка решил починить наш мангал. Конечно, в дальнейшем мы его заменим, купим новый, но так как скоро у меня день рождения и у моей мамы, то мы решили пока что не покупать, а просто временно починить и заделать все эти дыры. Причем дедушка так починил, что он уже как новый. Так, уже вечер. Единственное, что хочу вам показать, мы сняли эту бочку, пока ничего далее не делали, потому что к нам приезжал мастер по триколору. Посмотрите предыдущее видео, там я все рассказывала про это. Ну, в общем, он побыл у нас, уехал, мы далее мы кабель там аккуратненько прокладывали, так что дел было много. Вот это вот все у нас осталось, и завтра-послезавтра, в общем, будем далее это все продолжать делать. Вот. Все увидите. На следующий день была очень сильная жара, поэтому мы особо ничего не расхламляли, но мы решили хоть чуть-чуть, но уже вывести какой-то мусор. Начали мы с шин. Здрасте. Планировалось сегодня продолжение расхламления, но тут такой дождь, что мы немножечко в шоке. Так, у нас немножко подтекает крыша, поэтому мы вот брали лестницу и лазили на чердак. Сейчас тоже полезем опять. Только уже с другой стороны как бы. Вот здесь я вижу где. Бабушка, вы надо мной. Тут сырой, на чем я лежу, плитой, я доски постелился. Ну, откуда оно притекло? Так, дождь прошел. Нужно освободить вот этот вот короб. Вот эту часть, где мы храним дрова. Дров у нас стало чуть поменьше. Мы хотим из этой части перенести в эту. А сюда уже положим другое, длинные доски. Ну, в общем, это я уже попозже вам покажу. Сначала нужно перенести эти дрова сюда. Погнали! Так, все, буквально 30 минут, и все готово. Так. Я тут немного почистила, убралась, ну так, относительно, да. И вот сюда мы положим длинные доски. Сейчас покажу, откуда. Потому что вот это сооружение мы хотим снести. Следовательно, потихоньку мы его расхламляем. Вот тут разные доски. Какие-то, понятное дело, нужны.
поэтому мы сложим их туда. Какие плохие, старенькие, мы их просто сажем в печке. И все. Нет-нет, я вам показывала, что вот рядом с этим сооружением в уголке у нас вот такое вот безобразие творится. А следовательно, здесь нужно прибраться. Точнее, выкинуть все ненужное. Так, ну а это то, что выкинуть. Большинство рам мы расформировали. Что-то, сама каемочка идет на дрова, а стекло пока что мы оставили, как дренаж для пионов и так далее. Ну, в общем, такая красота у нас получилась. Вот, кстати, здесь хранятся стекла. Но они нам еще понадобятся. Что-то мы, конечно, выкинем в следующих видеороликах, так что подписывайтесь. Так, вот это вот все выкинуть. Смотрите, какая красота. Вот эту штуку мы тоже будем сносить. Здесь была бочка с водой. Рукомойник типа наш. Пока временный у нас. Вот такой вот бутылочка, да. Тут чуть-чуть разобрали. Ну и на беседке у нас тоже хранилось 3 рамы. 2 из них мы печку отправили. Там даже не было стекла, только окоемочка оставшаяся. Так что на беседке мы тоже немного начали прибираться. Это все распилить и на дрова в печку. Так, ну и такое расхламление у нас получилось. Это то, что мы успели выбросить и очистить за 2, даже 2,5 дня. Обязательно подписывайтесь на мой канал, потому что это только начало. Предстоит еще очень много всего интересного. Так что подписывайтесь, ставьте лайки, пишите позитивные комментарии. Всем пока-пока. До новых встреч!